Всем привет и добро пожаловать в игру Ninja's Creed, Credo Ninja. Так, у нас будет чуть-чуть попозже код, а пока начнем какую-нибудь миссию, прокрасться, убрать всех, никаких ограничений нету. Единственное ограничение это, собственно, просто убрать всех. Так, а их там больше, я что-то их вообще не видел. Давай, давай, быстрее перезаряжайся, а то меня сейчас уберут. Все, отлично. А еще кто-то есть? Нету. Поздравляем, уровень 15. Ну, отлично, подтвердить. И двойную награду забираем. Так, награду мы забираем. И сейчас, наверное, проверим все оружие, которое у меня есть, апгрейд, вдруг что-то можно апгрейдить. Кстати, зачем я вообще со скрытым оружием пошел туда, я не понимаю. Так, экипировать. И запускаем апгрейд очередной. Пусть апгрейдится, поскольку это все занимает какое-то время, чтобы ничего не ожидать, пусть это все апгрейдится. В режиме случайно нажал посмотреть рекламу и получил дополнительные алмазики, но заодно потратил время. Так, а что у нас в арсенале? Арсенал, я, наверное, так, лук вообще посмотрю, потому что вот лук проапгрейдился. Нет, это просто экипировка. Так, а у меня какой лук-то есть? Этого нету. А этот есть, приобретено. И был ли апгрейд какой-то? Да. Прошел очередной апгрейд. Очень неслабо стоит. Прям очень так хорошо стоит апгрейд. Интересно, а на следующем 6-7 уровне там апгрейд вообще будет миллионы стоить? То есть я так все денежки, которые у меня есть, сливаю на апгрейд. Мне нужно смотреть больше рекламы. Так, ладно, апгрейд мы запустили, лук у нас есть, и пойдем посмотрим, какие еще миссии есть, вооруженные конфликты. Давайте поучаствуем, экипировать белый змей, ну давайте. Экипируем и пошли. Белый змей, это, я так понимаю, двойные спаренные арбалеты. Да, у меня тут просто много слишком. Их слишком много. Было слишком много. Так, двойную награду обязательно, потому что апгрейды стоят просто неимоверно огромное количество денег. Так, ну смотреть рекламу, конечно же, нужно, потому что стоимость апгрейдов зашкаливает, и нужно посматривать рекламку для получения наград. Основной сюжет пока не хочу. Ежедневные задания вернутся завтра. Бесплатно стрельбище. Ох, опять за рекламу. Ничего бесплатного не бывает, нужно обязательно посмотреть рекламу. А представляете, каждые 30-60 секунд кто-то в мире обязательно смотрит, и не один человек, а просто сотни тысяч человек смотрят рекламу, и сколько денег капает разработчикам за это дело. Так, хорошо, тут попали. Тут куда-то попали. Тут куда-то попали. Все, проиграли. Продолжить? Нет. Потерять все призы и выйти. Посмотреть рекламу? Конечно, посмотреть. Так, ну, награду получили и пойдем еще прокрадемся куда-нибудь. Так, цель убрать всех, как обычно. У нас двойные арбалеты. О, мы можем их отвлечь. К сожалению, не сильно они отвлеклись. Ну да ладно, перелом конечности заслужили, и, собственно, мы получаем награду. Интересно, двойную тоже дадут? О, двойную награду. Окей, берем.
Получаем награду и, собственно, продолжаем. Так, сейчас, наверное, пойдем, выйдем на основной экран. Опция. Код выкупа. И используем код. В настоящий момент у нас код LTRP8LZK. А по-моему, слишком коротенький код. LTR. А, тут еще один знак есть. LTR. T-P-8-L-Z-K. L-T-R-T-P-8-L-Z-K. Вот такой вот код у нас. Та-дам! Правильно, ввел правильно, все нормально. Подтверждаем, получаем награды. И пойдем еще куда-нибудь, наверное, не буду я пока сейчас смотреть, извините. Но не хочу, достаточно я уже насмотрелся рекламы. Так, вооруженные конфликты. Арена, лидер, война демонов. Не, не хочу войну демонов. Тут, кстати, постоянно, когда заходишь, можно посмотреть рекламу за бесплатные алмазы, собственно. Ну, их всего 10 дают. То есть надо рекламу посмотреться огромное количество, чтобы набрать какое-то определенное количество алмазов. Так. О, опять у нас какие-то страшные. Непонятно кто. Один остался, привет. Сблизи даже не рассмотрел на скорости. Кто это? Какие-то эти волки, как они называются? Египетские такие. Не знаю, как они правильно называются, но двойную рекламу смотрим. Ну правильно, у нас же, собственно. Ну и на этом, пожалуй, все. Успейте использовать код. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.